Тверская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся в северной столице. Делегацию возглавляет губернатор Игорь Руденя. Глава региона проведет ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, примет участие в сессиях, в пленарном заседании, на котором заявлено выступление президента России Владимира Путина. Запланировано подписание инвестиционных соглашений, предусматривающих создание и расширение Верхневолжья высокотехнологичных производств, реализацию крупных проектов в сфере туризма, комплексного развития территорий, а также импортозамещения. На форуме развернут стенд Тверской области с информацией о действующих мерах поддержки инвесторов. Здесь же представлен виртуальный проект «Торопец будущего». Город в следующем году отметит 950-летие. Подготовка к празднованию – это возможность комплексного социально-экономического развития муниципалитета. Оно предусматривает реализацию порядка 40 проектов, которые направлены на благоустройство, модернизацию инфраструктуры, в том числе и туристической. На стенде любой желающий сможет увидеть торопец с уже реализованными проектами. Такой комплексный подход будет применяться при развитии и других малых городов Тверской области.